Всем-ку, кукусики. Ну что, ребят, будем продолжать развивать наш ресторан. Так, что у нас нового? У нас появился тут компьютер. Здесь мы можем редактировать название нашего ресторана, поменять нам логотип. Но я не знаю, пока меня, в принципе, это устраивает. Так что можете придумать название ресторана. И я его сюда впишу. Так, потом дальше у нас с вами есть... Почему ты не хочешь дальше тыркаться? О, профиль есть. Ранг повар-новичок. Я не знаю почему, если мы с вами шеф. Тут еще какие-то штуки есть. Баллы. Ну, до них мы еще дойдем. Потом у нас с вами теперь есть команда. Нужно будет что-то разблокировать нашему Касиму. Ля, недоволен. Я убираю ресторан. Да, ты убираешь ресторан наш. Должен кто-то делать. Еще можем нанять двух, получается, работников. Прикольненько. Так, что у нас дальше? Почему ты не хочешь? Ля. Вера. Ну. Во. С Максом мы познакомились. И здесь видение о ресторане. Потом у нас здесь появилась каталог. Здесь можно будет закупать себе... Вот, отделку ресторана можно будет здесь сделать. Но этим мы потом еще займемся. У нас нету денег. Я кое-что потратил. Так, персонал. Угу, можно даже будет на персонал закупиться. Прикольненько. И во, тарелочки. К этому мы тоже вернемся. Только нам нужно будет сначала заработать деньги. Так, в кресле мы сможем отдыхать. И... И идем, получается, сейчас заберем товар, разместим его по холодильникам и сделаем заготовочки. Во. Давай. Чпоник, чпоник. Нужно сделать заготовки и ждать наших первых посетителей. Блин, нужно будет потом заняться, накупить всякой посуды. Форму нам новую купить. Да что-то и Касиму тоже. Все, отлично. Идемте. Сейчас покажу. Я докупил еще себе одну... Одну печку докупил себе. Переставил холодильник. И купил, получается, печь для пиццы. И поставил ее туда. Так что давайте займемся... Поговорите с посетителем у двери. Погоди. Давай-ка, наверное, мы сейчас подготовимся. Сначала мы сейчас подготовимся, а потом уже... С вами поговорим. Да. Сейчас сделаем пару заготовок, потому что я знаю сейчас, как обычно. Хочу покусить. Будет нас торопить. Так, стейк один есть, хорошо. Давай, выйти. Давай положим стейк сюда. Чпоник. Так, выйти. Давайте, наверное, пару штучек сделаем. Как раз сделаем два стейка и две рыбки. На всякий пожарный случай. Так, хорошо, есть. Отлично. Так, давай подготовим. Подготовим картофель, помидорку и лучок. Тоже пусть будет, на всякий пожарный случай. И можно лучок сделать. Все, отлично, выходим, ложим в холодильничек. Давай стейк к стейку, раз, хорошо. Потом лучок, картоську, помидорки и давайте, наверное, знаете, что сделаем? Некоторые вещи нужно улучшить, а мы улучшим, не парься. Дай, как говорится, хотя бы заработать первую прибыль. Так, берем, выйти. Что я хотел взять помидорку. Давайте пока здесь у нас там. И вот еще, что я решил нанять старшую официантку для присмотра за остальными. Хорошо. Сегодня я сам ей помогу, чтобы выкалась. А вот и она. Привет, шеф, меня зовут Пари. Францюжинка. Рада с вами познакомиться. Буду присматривать за всем в обеденном зале. Хорошо. Буду руководить официантами и обслуживанием посетителей. Вы можете сосредоточиться на кухне и ни на что не отвлекаться. К слову о посетителях. Они скоро уже появятся.
Готовьтесь, да, без проблем. Пари, вы познакомились с пари, главным официантом. Окей. Так, мне нужна теперь кастрюлька. Давай, сделаем соус. Сделаем соус. Сделаем соус. Бумс. Давай сюда, сюда. И начать. Хорошо. Давай, кипи. Давай, наверное, даже тебе сделаем поменьше. О, отлично. Сюда поставил все специи. Так, что я хотел? Я хотел нарезать помидорку. И сырок. Так, давай. Отлично. Отлично. Забрать, забрать. Выйти. Так, что тут у нас? Давайте помешаем. Да, все хорошо. Мы команда, я знаю. Мы команда, мы лучшие. Давай возьмем рыбку, выйти. Сделаем филешку одну, а потом мы положим ее в холодильник. Блин, надо будет прокачаться и сделать новые блюда. И сделать, наверное, один день там рыбный, второй мясной, а третий чисто так вот для веганов на одних салатиках. Так. Стой, погоди. Что там по поводу соуса? Перемешать. Во. Красавчик. Так, давай-ка рыбку и муку. Начать. Все, отлично. Взять, выйти. Положить. Положить. Все, отлично. Давай сюда положим и сюда положим. Выйти. Все, иду. Кто там возле ресторана, сейчас иду. Хотя зачем нам старший официант и помощник, если я должен туда бегать постоянно. Так, давайте сделаем чуть-чуть. Чуточку погромче наш огонь. Чтобы быстрее это все приготовилось. И сходим, посмотрим в зал, кто там пришел к нам. И... О, готово. Все, забрать. Идемте посмотрим. Привет, привет. Поговорить. Это новый ресторан? Прекрасно. Что вы появились в нашем чудесном городе? Постараюсь заглянуть к вам в ближайшие дни и попробовать вашу стрипню. Скорее бы почитать ваше меню. Что значит стрипню? Это просто лучшая еда в твоей жизни, которую ты попробуешь. Так, все. Приготовления завершены. Пора распихивать двери. Распахивать, распихивать. Просто не верится, мы в самом деле открыли собственный ресторан, о котором мечтали с колледжа. Прикинь, Касим, только я здесь шеф, а ты мой помощник, понял? Не забывай про это. Уверен, мы сделаем все, чтобы войти в топ местных ресторанах. У нас получится, конечно, получится. Даже и не парься. Все. Занимайтесь, а мне пора. Блин, стрелочка показывает. Ладно, давайте сейчас помоем сотейничек. Давайте помоем сотейничек. Исходим, посмотрим. Что от меня они хотят? Блин, надо будет закупить себе новое оборудование. Наверное, поменять это все. Но три печки пусть тут будут. Оттуда можно будет печки убрать. Нужно еще такую это будет штуку поставить. Для того, чтобы, к примеру, блюдо не остывало. И... здесь поменять обстановку. Так. Во. Open. Ура, 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 ура. Смена началась. Отлично. Закрепить рецепты. Ну, давайте закрепим, да не знаю, хотя... хотя вроде все у нас уже есть. Хотя вроде все у нас и есть. Так. Ага, первый заказ. Бонжур. Как волнительно. Интересно, что он закажет. Так, ну,
Пару заготовок у нас, конечно, есть. Не все, но вроде есть. Погоди, а где мой соус, который я делал? Алло, игра. Алло, игра. Верни мне мой соус. Так, хорошо, давай соус сюда. Давай, наверное, мы сразу сделаем как сковородочку вот сюда. И наберем водичку. Мало ли, может, захотят рыбку у нас. Да, вот и рыбку как раз у нас захотели. Отлично. Новый заказ. Давайте делать. Так, бум, бумс, понник. Выйти. Отлично. Так, нам нужно теперь взять вот эту вот штуку. Выйти. Взять получается. Так. Что я хотел? Что я хотел? Что я хотел? Вот что я хотел. Взять сольку. Давай. Не, перку не надо. Мне солька нужна. И поставить варить. Хорошо, закипело. Отлично. Поехали. Давайте попробую специи добавить. Соль. Хорошо, добавили. Соль и не решу, еще соли надо. Хорошо, давай еще. Все, перфекто. Тогда варись, а мы с вами берем рыбку. Рыбка, рыбка, рыбка. Все, так, выйти. Только единственное, сейчас, секунду, секунду, секунду. Ага, вот что. Так, ну вроде все есть. Тут туда мы подпалим нашу сковородочку. Сковородочку подпалим. Так, и берем с вами оливковое масло. Хорошо. Так, главное не пропустить этот момент. Все, шек-шек-шекс. Выйти. Подходим к сковородочке. Начать. Потом в первом этапе нужно будет добавить сливочное масло. Посолить, поперчить. Вроде бы, если я не ошибаюсь. По-моему, нужно будет специи кинуть. Так, пошло. Отлично. По поводу специй не помню. Нужно, не нужно. На всякий правильно, давай перку возьмем. По-моему, не надо, по-моему, просто нужно приготовить. Тогда давайте возьмем кастрюльку, помоем ее сразу, чтобы у нас было все чистенько. Сразу набираем водички и обратно ставим сюда. Но только пока мы с ней подпаливаем. Да. Так, ну что, сколько еще? Еще пару минуток и будет готово. Отлично, отлично, отлично. Блин, нужно будет купить себе эту, как его. Блин, забыл. Забыл название, надо будет посмотреть, есть ли оно такое в продаже. Сейчас, секунду. Так, все. Когда я альтабуюсь, у меня звук в игре что-то прекращает идти. Так что иногда, если не будет звука, значит я альтабнулся. О, шикарно. Готово. Выйти. Идемте украшать и отдавать. Все, начать. Понеслась. Первый заказ наш готов. И мы даже вроде быстро справились подать блюда. Ну что? Кушаешь? Мне интересно, как он будет кушать или не будет. Так, ага. Хорошая сервировка, шеф. Угу, спасибо. Во, отлично. Еще двое пришли.
Так, бон аппетит. Интересно, что мадмуазельки захотят. Так, нужно помыть сковородочку. И нужно будет нанять себе двух рабочих, которые будут помогать хотя бы мыть посуду. Для меня всегда была проблема это помыть посуду. Не знаю, я тебе приготовлю все, что угодно. Главное не стоять и не мыть посуду. Погоди, а где наш этот, как его, Касим? Где он пропадает? Почему его на рабочем месте нету? Что за бред? Так, что захотели? Рассказывай. Бум. Ага. Стейк захотели. Хорошо. И эту штуку. Окей, что-то нам нужно. Нам нужно знать взять сахар. Все. Выйти, 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 выйти. Так, мы сюда. Начать, выйти, здесь подпалить. Нет, просто. Так, подпалить, пожалуйста, печку. Все, отлично. По поводу стейка, что нам нужно? Нам нужно лук и стейк. Лук, по-моему, тоже у нас идет. Во вторую очередь, если не ошибаюсь. Так, еще нам нужна помидорка. Помидорка, я сказал, нам нужна. О, и моцарелка. Все, отлично. Так, давай-ка ко мне стейк. Начать. Сейчас мы кидаем лучок и перевернем с вами. О, отлично. И помешаем наш соус. Тихо, 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 тихо. Почти подгорело. Но мы успели. Так, отлично. Специи. Что-то не хватает. Соль, перец. Давай сольку и перку. Да не, не может быть, шучу ты. Хорошо, солька, перка. Черный перец. Превосходно, отлично. Давай, давай, давай. Давай тебя перевернем, да? Ой, стой, 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 выйти. Выйти. Готово. Забрать. Все, перевернуть. Мы с вами чуть соус не пропустили. Отлично. Так, иди сюда. Не, не, зачем мне рыбка? Мне рыбка не нужна. Во, бумс, бумс, бумс. Выйти. Готово. Забрать лук. Здесь нужно сейчас будет с нами сделать. Начать готовку. Понеслась. И поливаем. Все. Отлично, забрать. Выйти. Блин, я забыл картоху в этот, во фритюр. Забыл картоху во фритюр. Кинуть. Ну, ничего страшного. Так. Давай сюда. Выйти. Нагревайся. Дай мне сюда. Выходим. Давай, 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 давай. Вот так делаем. Так, сюда. Раз, два. Начать. Сейчас сразу отдадим. И через 2 минутки будет готовый и стейк. Готово. Подать блюдо. Подать. Все, пошли кидаем картошку фри. Только единственное, я так и не понял. Так и не понял. Я так и не понял по поводу вот этих вот волн, типа, чтоб не сильно горячая, либо не сильно холодная, или что они хотят. Так, выключить. Все. То есть 2 штуки, видите, вот такие как волна.
А здесь одна. А там две. И как ее? Что? Где кого? Так, ладно. Не знаю, нужно будет за этим потом следить как-то. Либо я не знаю, либо что-то я не понимаю. Так, давай по поводу стейка и картоху. Все. Начать. Конечно, могут быть они сейчас недовольны из-за того, что я не проследил, но... Что поделаешь? Готово. Подать. Подать. Так, парень рыбку покушал, да? Хорошо. Они действительно попробовали... Попросили про это так? Не знаю. Так, монетка получена, реальность клиента. Хорошо. Во, 100%, да, второй стол 95 из-за того, что я упустил один нюанс. Ну, ничего страшного. На ошибках мы учимся, правильно? Так, отлично, отлично, отлично. Идемте дальше. Порекомендую это заведение всем друзьям. Блюдня сегодня великолепно. Подробнее. Прекрасно приготовлены качественные ингредиенты. Прекрасно приготовлены. Не советую заказу, потому что я подал. Да, вот две штуки надо было. Ладно. Ладно, в следующий раз проследим за этим всем. Смена закончена. Отлично. Давайте тогда поубираем. Убираем посудку и начнем новую смену. Так, на место, на место, на место. Берем сковородочку. Интересно, где это все время был Касим? Почему он нам не помогал? Так, на место. А вода, по-моему, здесь у нас чистенькая была, правильно? Кастрюлька у нас чистенькая, да. Мы перед этим ее мыли. Так, идемте, пойдем посмотрим, что у нас по поводу денег, сколько появилось. Зайдем в наш ресторан. И начнем с вами новый день. Так, давай заглянем в каталог. У нас с вами только 96 монеток. Так, прикольно, прикольно, 125, 200, ага, где бы нам взять такие деньги, да, ребят? Так, что нам нужно еще будет закупить? По-любому нужно будет мясорубку закупить, да? Стационарный миксер, это лапшерезка для мяса, да? Ломтирезка для мяса. Угу. Только самое, самое печальное, то, что у нас места на кухне очень мало. Нужно будет что-то убирать. Так, обеденный зал. Тумбочки, стульчики всякие. Прикольно. Это где можно было поставить внутри? За 45. Не, нам нужны будут денежки для закупки. Нам нужны будут деньги для закупки. Так, все, вроде все готово, все готово. Так, вот по поводу места. Здесь я хотел бы, наверное, поставить... Я не знаю, здесь можно хранить, получается, на нижних полках или нет? Или это чисто... Или это чисто один холодильник верхний и все? И больше на низу типа нельзя хранить, только сверху. Ну вы поняли, да, о чем я? Вон у нас еще три полочки снизу. Или оно не подходит, типа... Угу. Ну, значит, надо будет с вами убрать вот эти вот столы отсюда. И сюда ставить мясорубки и так далее. Ладно, следующий день. Понеслась. Так, мы закрыты. День пятый. Так... Всем бонжур. Не знаю по поводу новых рецептов. Надо посмотреть, есть ли у нас с вами баллы. И сколько будет стоить новое блюдо. Во.
Морковью и мятой. Прикольно изучить. Можем изучить? Да, можем изучить. Открыть рецепт блюда. Ага, хорошо. Блин, ну не знаю, я заказывать, наверное, сейчас его пока месяц еще не буду. Нам нужно нафармить с вами денег заработать, чтобы это все закупить. Ну, либо... Либо убирать что-нибудь отсюда. Ну, то есть менять, вы поняли, да? Блюдо дня, блюдо дня, блюдо дня. Угу. Ладно, давайте, наверное, еще одну смену отработаем. Заработаем денег и потом попробуем проработать с вами новое блюдо. Новинка к содержанию. Так, что тут нужно будет? Так, апельсиновый сок. Вы можете заранее приготовить блюдо и положить в холодильник апельсиновый сок. А у меня есть соковыжималка? А если у меня соковыжималка? Соковыжималки у меня, походу, нету, да? Но надеюсь, что мы сможем это вручную все сделать. Ладно, давайте пойдем сделаем заказ. Так, давай сделаем заказ. 4 штучки. Ой, одну штучку нужно. Потом рыбки 2. И тут 3. Минус 50. У нас 96. Угу. Да, покамест у нас денег нету на то, чтобы что-то улучшать. Так, где Касим? Я ему понять. Алло. Где наш помощничек? Почему я один здесь бегаю? Так, не, ну это улучшение нашего заведения. Сейчас тогда сделаем заготовочку. Давайте заранее подготовимся. Возьмем сковородочку. Раз. Сотейничек. Два. И кастрюлечку с водичкой Трис. Так, давай ставим. Сейчас, одну секунду. Продолжаем. Так, давай смотреть. Продукты прибыли, да? Да, доставка прибыла. Хорошо, отлично. Давайте берем... Так, бумс, бумс. Хорошо. Мне интересно по поводу сока из апельсинов. Мы будем вручную их делать, либо у нас есть соковыжималка. Так, это у нас заморозка, да, я так понимаю? Так, правильно я сказал, автоматически заполнить ящик. Чего не хватает? Чего не хватает? Почему у нас мясо одна штука только? Не понял. Алло. Алло, а где еще? А где еще мясо? Не понял, где мое мясо? Где мое мясо? Где мое мясо? Почему у меня только один? Один, ладно, так, давай звонить. Мясо мне нужно, как бы, я вроде... Ого. Хватит денег? Ага. Минус 10, да? А у нас не хватает с вами. Блин. Ага. Я уж могу оплатить? Во, все, отлично. Привет, малыха, слышь, а где моих 2 куска мяса, скажи, пожалуйста. Привет, шеф, сегодня наши поставщики запускают огроменную огроменную программу лояльности. Ага. Если используешь товары только одного поставщика, получаешь скидку на следующий заказ. Прикольненько, но лучше...
Поторопись, предложение действует только в ближайшие дни. Подумай до сухи, такой случай сэкономить. Хорошо, отлично, только мне нужно мое мясо. Мясо, два кусочка. Блин, мы вообще не зарабатываем, понимаешь? Так, очень долго едет. Очень-очень долго едет, и я не могу его, получается, сейчас ничего сделать. Из-за того, что у меня не хватает полностью всех продуктов. Ну ладно, давайте подождем-с. Давайте подождем-с. Ну давай. Блин, а как мы так с вами упустили? Да, хорошо. Вот, у меня... Все, отлично. Так, хватит кашлять в моем ресторане. Отлично. Все. Супер. Давайте сделаем, наверное, заготовку. Давай, берем рыбку. Берем сразу муку. Так. Так. Так, понеслась. Давай. Ну. Не, мне правда интересно, где делся Касим, почему мы его тут не видим. Где он бегает, а? Мне интересно. Почему я должен работать за троих? Так, мукичка. Все, шикарно. Давай сюда. Входим. Холодильничек. Нет. Не-не-не, забрать. Забрать, а вот это вот положить. Эти. Так, шикарно. Давай-ка, наверное, мы подпалим. Угу. Берем сюда. Начать. Все, отлично. Давай, потихонечку. Потихоньку, помаленьку. Нет, не сюда я хотел. Я хотел взять вот сюда. Ага, вот у нас апельсинка появилась. Отлично. Но к апельсинке мы еще с вами вернемся. Так, мне нужна картоха, мне нужен лучок. Так, что тут не нужно мешать? Давайте помешаем. Вот у меня складывается такое чувство, что я как будто реально провожу день на кухне. Так, давай начать. Hello. Сейчас, одну секунду. Я делаю заготовочки. Так. Ну. Давай тебя порежем еще. Все, шикарно. Помешаем. И я кого-то видел, кто-то у нас по кухне лазит. Так, это кто? Кто ты такой? Алло. Что ты делаешь, мэм? О, здорово. А ты не устал, слышь? А ты не устал как бы убирать, не? Ты не хочешь мне помочь готовить? Там у тебя нет такого желания. Видно, нету, да? Видно, не хочешь. Ну и ладно. Мы сами справимся. Надо будет, наверное, на следующий день, на следующую смену приготовить, попробовать новое блюдо. Так, что у нас с него входит? Ага, сделать апельсин. Блендер. А где у нас блендер? У нас есть блендер? А блендера у нас как раз и нету. Нам нужно его покупать. Нужно будет пойти посмотреть, сколько он стоит. Давайте помешаем и сходим в наш кабинет. Посмотрим, сколько у нас будет блендер стоить. Как... Так, здесь у нас блендера нету. Нет, у нас кофе.
Так, блендер, блендер, блендер. Где наш блендер? Вот блендер 60. 60 баки починских, да? Понял, хорошо. У нас нет еще таких денег. 60 бачинских у нас еще нету. Я даже не знаю, куда ПВП поставить бы так. Чтоб он нам не помешал. Чего? What you say, man? Что ты хочешь? Алло. Да хватит. Нет. Хватит убирать, помоги мне готовить. Алло. Ну зачем ресторан открывали? Так, давайте ускоримся немножко. Бом, хорошо. Выйти. Не, выйти, я сказал. Давай, иди сюда. Так, раз, два и три. Начать. Блин, может тарелку поменять? Как думаете? Может поменять тарелочку? Во. Отлично. Так, когда же у нас будут гости? Я уже хочу готовить. Хочу заработать денежку и купить себе блендер. Мы должны как-то улучшить ресторан. Нет денег, понимаешь? Нет у меня денег. No money. You understand? No money, man. No. Я тоже хотел бы его улучшить, но... Сами понимаете, мы еще с вами не заработали. Чпункс. Хорошо. Давайте положим в холодильничек. Лучок. Картоську. И стейк. Так, ну в принципе, на пару заказов мы-то готовы. Где? Где посетители? По-моему, если не ошибаюсь, если мы сейчас сядем в кресло, то время быстрее пойдет, да? Во, и смена у нас, по-моему, начинается там, где колокольчики. Так, понеслась. Чпоник. Во, отлично. Ну что? Можно начинать смену. Да, шикарно. Начинаем смену. Так, сейчас теперь нужно будет следить за всеми нюансами. Главное не спешить. Говорится, в любом деле главное не спешить. Это что у нас? Это, а, это меню. У нас два меню нужно будет, наверное, здесь убрать потом менюшку и сделать что-то другое. Ага, три человека. Супер, супер, супер. Включаем. Включаем фритюрницу. Упс. Так, заготовки же остались? Да, вроде что-то осталось. Так, главное теперь сейчас взять кастрюльку. Сейчас по-любому сейчас захотят рыбку с фасолькой. Ставим на печечку. И поджигаем. Выйти. Все. Давай, ребят. Я жду заказа. Выйти, что нам хотят. Ага, нужен стейк, рыбка, стейк на три полоски, да, или три волны, я не знаю, как, что это такое. Ну, окей, окей, раз. Давайте подпалить. Берем сковородочку, сковородочку, я сказал, мы берем. Чпоник. Подпалить. Так, соль, копирка. И идемте возьмем сразу же. Так, раз, два. Выйти. Не помню, нужен ли нам этот базилик. Нужен. Это нужно тоже, да? Да. Так, ты кипишь? Хорошо. Так, начать. Отлично. Специи.
По-моему, только солька тебе нужна. Превосходно, да? Все, шикарно. Закипай. Закипай, закипай. Так, погоди, нужно будет взять лучок. Чпонька. И нужно будет за фасольку не забыть. А где мое мясо? Почему мы не взяли с вами мясо? Во. Теперь мы взяли с вами мясо. Давайте посмотрим. Так, кипи, кипи, кипи. Давай берем мясо. Начать. Так, готово. Отлично. Главное сейчас не забыть кинуть лучок специи. Чего там нужно? Солька, перка. Смотрим. Солька. Смотрим. А не сильно много ли сольки? Превосходно. Все, готово. Отлично. Давай сюда рыбку. Где наша рыбка? Где наша рыбка? Надо будет картоху еще взять, да. Закинуть. Так, стейк, 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 стейк. Перевернуть. Все, отлично. Блин, можно было, конечно, готовить все подряд побольше, но... Ну ладно. Так, давайте уже стейк доготовим. Давайте доготовим стейк. Только серьезно, я так и не понял по поводу этих волн. Нужно будет сейчас посмотреть. Я так извиняюсь, я хочу посмотреть по поводу волн. Что они обозначают? И что он, как их можно, как говорится, добиться? Так, выйти. Давайте посмотрим, что это такое. Дети. К содержанию. Так. Что за волны? Что за волны и как их добиться? Почему? Ну, вот видите, да, у нас получается только одна волна, либо буковка эсочка, или что это такое? Почему у нас так? Что типа от нас хотят? Так, понеслась. Так, первый уровень пошел. Отлично. Давайте попробуем сделать еще один кусочек мяса. Давайте. Посмотрим, мало ли, может поймем, что от нас хотят. Так, забрать, выйти. Ты еще готовишься? Хорошо. Давайте возьмем лучок. Выйти. Так, нарезать. Отлично, выйти. Даже без понятия. Так, дай сюда. Давай мы тебя помоем. Мы же должны разобраться, правильно же? Так, отлично. Давай, нагревайся. Все, отлично. Угу, я не могу забрать, да? Выйти. Ладно. Если мы здесь отдадим блюдо.
Блин, мало места, да? Хорошо. Хорошо, давай сделаем тебя вот так, значит, выйти. Давай посмотрим по поводу стейка. Так, стейк. Начать. Почему здесь не показываются волны? Вот эти вот. Так, солька, перка. Сольки не хватает. Сказал, сольки не хватает и перки не хватает. Черный перец, хорошо. Так, а ну если остановить? Нет, не то. Выйти. Все равно одна штука получается. Короче, я не знаю, в чем прикол. Извините, но я реально я без понятия. Ладно, давай забираем, забираем, забираем. Надо будет разобраться, что это такое, как говорится, и с чем его едят. Так, начать. Я по-любому что-то упускаю. Где конкретно упускаю, я так понятия не могу. Так. Подать блюдо. Давай, сервировка. Сервировка сюда. Да я понимаю, что они не это хотели, но я не могу понять, в чем прикол. Нужно будет сейчас еще раз взять мясо. Так, подать блюдо и давай последнее давать. Давайте давать последним. Да, это выглядит превосходно, это все понятно. Почему я не могу понять, в чем прикол? Почему здесь? Что, стейк служит кровью? Что от меня хотят? Давайте попробуем еще один кусочек пожарить. Но уйдем в минус, уйдем. Нам нужно понять. Так, плюс 102 к опыту. Монеты полученные. Лояльность клиентов. 96. Почему не сотка? Почему? Так, новые посетители, постоянно посетители. Плюс 2 штуки, да? Третий не захотел, я понял. А сам бы не захотел бы. Хорошо. Шеф, сегодня у вас уже какая-то известный какой-то блогер. Предлагает оплатить счет. Не деньгами, а хвалебными постами о ресторане в соцсетях. Что вы на это скажете? Это же здорово, за еду положено платить. Платить за еду нужно в два раза. Забери у него и телефон мне быстро сюда. Так, монеты минус 150. Посетители плюс 5. Монеты минус 150. Плюс 5 посетителей. Ладно, давай попробуем пойти на поводу блогеров. Хорошо, шеф, я передам, что вы согласны. Потому что сейчас куда ни плюнешь, одни блогеры. У каждого крица... Твоя страничка, каждый что-то снимает, каждый что-то думает, что он из себя что-то представляет. Ну ладно. Куда ни плюнь, одни блогеры. Я же могу взять мясо, сейчас недоступно. Хорошо, почему? Давайте смотреть. Давайте разбираться, что, скорее, с тобой не так. Что с тобой не так? Но тут не пишется. Может, они не хотят стейк типа с кровью, а хотят полностью приготовлено. Но как это все сделать?
То есть хотя бы написали на какой из этих, как его, мощностях его делать. Ну вот. А если мы тебя заберем, я смогу тебя дальше положить? Не, погоди. Не могу, да? Угу. Жалко. Так, надо будет завтра начать. Давайте начнем следующий день. Да. Давайте начнем следующий день. И попробуем посмотреть, что от нас все-таки хотят, чтобы наши гости были постоянно довольны. Так, стейк с луком шалот, хорошо. А что у нас по поводу денег, скажи, пожалуйста? Сколько мы с тобой заработали? Новинка, что это такое? Алло, почему я не могу взять? Ну и ладушки. Так, у нас с вами 33 монеточки всего лишь. У нас с вами всего лишь 33 монеточки, ребят. Держу в курсе. А это что? Это правильно, у нас денег не хватит. А это денег у нас не хватит. Так, давайте, наверное, говядину мы с вами. А как отменить ее? Так. Ага, у нас даже цена на нее есть. Сможем ли мы цену поднять? Название тех, цена. Что мы делаем? Что-то мы поднимается цена. Алло. Алло. А где цена? Алло. Так. Как мне убрать отсюда? Отсюда блюдо убрать. Я хочу его убрать. Угу. Я не хочу, чтобы оно, например, у меня на доске было. Что мне для этого нужно сделать? Непонятно. Ну, то есть, вы поняли, да, чтобы... Не хочу мясо сегодня готовить. Так, закрыть, переместить, закрыть. Как мне поменять здесь? Как ты что, должна удаляться, аж? Правильно ж? Или неправильно понимаю. Так, ну добавить блюдо, хорошо. Закрыть. Добавлять мы не можем. Я хочу убрать говядину на сегодня. У нас очень мало... Очень-очень мало денюшек. Уровень. Цена, название, тех, чего, кто, шо, кто шеф, я шеф. Закрыть. Так, ладно, может это тут можно поменять. Так, новое блюдо изучить, да? Угу. Ладно, давай мы тебя изучим, но пока мы тебя закупать не будем. У нас все равно нету на это денег. Держу в курсе, как мне тебя убрать. Так, закрепить. Где ты? Мясо. Закрепить, открепить. Ничего не понимаю. Так, новая посуда добавилась. Почему я не могу убрать отсюда? Отсюда не могу убрать. Если кнопки по тверку какие-то, может, это поможет? Не, на все кнопки тверка, ребят, не помогает.
А если кремир вообще хочу убрать? Hello. Да? Что случилось? Вы кто? Всегда приятно, когда молодежь вливается в ваше общество. Или в наше общество. В такие дни я и сам вспоминаю былую молодость. Хорошо. Открывать ресторан всегда столь хлопотно и нервов, да. Но вы же переживете. Хлопотно и нервов. Ну ладно. Мой вам совет. Начинайте с малого. Обзаведитесь постоянным клиентом. Там и дальше дело пойдет. Для успеха всего и нужно, что несколько довольных клиентов, которые расскажут о вас друзьям. Так, полку. Завсегдатаев. Завсегдатаев. И прибывает. Так, полку завсегдатаев и прибывает. Удачи вам, шеф. Ну, либо я учить раз... Либо я разучился читать, читать, либо не писать. Ладно, шеф-повар. Ипполит, хорошо. Через ресторан удостоился звезд. Мишлен пришел познакомиться с вами. Он рад, что вы открылись и хочет помочь вам добиться успеха. Хорошо. Просьбы персонажей. В дневное время к вам могут заходить люди и просить вашей помощи. Увидеть такие просьбы и узнать об их. Окей. Выполнить просьбу. Хорошо, хорошо. Только единственное, что лучше новое испытание. Блин, мне нужно и еду заказывать, и все. Можно здесь следующие кучу просьбы. Просьба. Хорошо, загляните в страничку просьба. На страничке испытания перечислено доступные испытания. Ага. Так, если заказывать всего одного поставщика, вам могут сделать... Купите продукты, посещение уютный магазинчик 13. Окей, привлечь 5 постоянных клиентов. Хорошо. Но мне надо поменять здесь, чтобы этого здесь не было. Все. А ниже я ничего не могу. То есть вы поняли, да? Я не могу отсюда удалить. Это плохо. Это плохо. Это очень-очень плохо. Ну ладно. Идемте заказывать. А просто как я закажу, если у меня денег вообще ноль? Блин, надо было взять. Да. Внимание. Для вечерней смены не хватает ингредиентов. Придется заказать их по невыгодной цене у поставщиков. Так, что мне нужно было? У кого? У три магазинчика, чешо? Как там уютный магазинчик, да, по-моему? Так, погоди, 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 погоди. Как отсюда выйти? Выйти, выйти, выйти. Меня там просили заказать какой-то магазинчик. Ну ладно, так, раз, два, три, четыре. Минус 20. Так, раз, два, три, минус 35, а мы уже в минусах. Ребята, мы уже в минуса пошли. Блин, гребаные блогеры. Гребаные блогеры со своими телефонами и тиктоками поприходят в рестораны и досчитают это бесить меня. Дай посмотреть, где я там хотела, чтобы я заказала. Как называется эта штука? Так, уютный магазинчик 13. А мы, по-моему, там и заказывали, да? Уютный магазинчик 13. Так, а самое печальное, то, что я так и не понял по поводу стейка, как его делать. Нужно будет с этим разобраться. Так, уютный магазинчик, окей. А он закрыт, уютный магазинчик. Что ты от меня хочешь? Он был закрыт, вот, видите, закрыто. А все, мне ничего не надо. Я хочу выйти. Сама такая. Так, ну что? Ваш заказ здесь, хорошо.
Давай посмотрим, все ли ты привезла мне. Так, выйти. Выйти. Пусто. И... Ага, и рыбка даже, да? Угу. Я не понял, а как нам привезли? Это типа у нас теперь минус будет? Или что? Или как? Или что, или как, или где? Блин, как поменять? Надо, наверное, будет какие-то блюда убирать. Ладно. Ладно, у нас летний суп есть. Угу. И паста итальянская. Ну, до этого всего нам еще собирать денежку и собирать. Ладно, давайте подготовимся. Давайте возьмем мясо. Наделаем стейков. Так, начать. Хорошо, отлично. Чпуник. Берем рыбку. Так, я сказал, мы берем рыбку. Рыбку. Во. Забрать. И пошлите готовить. Так. Ага, вот так. Нет, вот так. И понеслась. Блин, надо будет, наверное, без записи как-то просто пофармить, чтобы у нас были деньги с вами. Я, наверное, так и сделаю. Сейчас еще одну смену отработаем, потом я пофармлю. Заработаю денежек. Я не знаю, сколько дней я буду тут фармить. Но вы поняли, да, количество игровых дней, типа, сколько я буду... Там, это как его фармить. Так что так и поступим. Нужно будет потом закупиться и посмотреть. Так, давай смотреть. Ага, а чё, мяса у нас нету? Почему? А потому что мяса там нам и не надо. Вот почему. Что-то я уже туплю. Да. Все, хорошо, отлично, есть. Все, забрали, вышли, 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 вышли. Чпоник, чпоник, выйти. Берем сотейничек. Так вот. По-любому нас закажет. Так, понеслась. Давай, кипи. Надо будет реально попробовать сделать на медленном огне стейки. Посмотреть, будет ли от этого что-то меняться. Что я хотел? Я хотел взять лучок. Нет, апельсинку не хочу. Этот. Помидорку, картоху. Иди сюда. Все, хорошо. Закипай. На руках у меня закипай. Так. А ну, кто знает, кто пел эту песенку? Можете написать в комментариях. Только там не закипай было, да? А засыпай. Так, не сюда, не сюда. Вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Так, все, давай. Вышел зайчик погулять. Нарезаем. Отлично. Отлично. И... Отлично. Забрать, забрать, забрать. Порезать. Забрать, я сказал. Все. Бульк. Шикарну, шикарну, шикарну. Так, давай быстрее это все дело. Скоро придут гости. Так что. Так что да. Блин, мне интересно, если я сейчас... А давайте как раз сейчас попробуем заодно. Пока не сколько у нас времени. Полдень, да, время у нас еще есть. Че? Ты давай мети себе. А то штрафую тебя. На пол твоей зарплаты будешь много разговаривать. Попробуем одну штуку сделать. Готово. Давайте смешаем.
Поставим в холодильничек. Раз, два, три, четыре, пять. Все, понеслась. Блин, надо будет подачу какую-то другую придумать, я думаю. Как вы на это смотрите? Так, хорошо. Давай сюда. Давай лучок. Давай сюда. Выйти. А если мы попробуем с вами... Так, давайте заранее отварим с вами фасольку. Так, металлический противень. Ага, у нас противень появился. Прикольно. Это мы можем, значит, духовкой пользоваться. А нам пока... Да не могу я улучшить некоторые нюансы нашего ресторана, потому что у меня нет на это денег. Из-за гребаных блогеров я в минус ушел на 105 баксов, понимаешь? Сейчас бы мог бы закупить бы себе соковыжималку. Так, давай ставим, берем сольку. Базилик появился. Не, базилик нам не нужен. Так, приправа. Все, превосходно. Все, варись. Давайте попробуем мясо нарезать. Мне интересно, у нас реально на три куска мяса всего лишь? Или мы сможем больше сделать с вами? Ну, то есть вы поняли, да, сколько? Сейчас посмотрим, сколько сможем мы стейков сделать из говядины. Мы, по-моему, там на три штуки заказывали, и на сколько? Так, два есть. Тут кипит. Хорошо. Закипай, закипай. Да все хорошо. Да, конечно, мы команда, а ты все заметаешь. Нет, чтобы помочь мне. Ну вот, ты к нему подходишь. Сам такой. Блин, может как-то нужно ему... Можно ему как-то назначение сделать, я не знаю. Может как-то можно назначение ему сделать или не можно. Нет, не то. Отдай. Все, хорошо. Стой тут. Я не понимаю, почему у меня фасоль, блин, гребаная, по 4 порции варится, хотя я беру только на одну. Так, давай, поставь, режь. Хочу проверить, сколько кусков мяса можно тебе сделать. Так, выйти, давай еще посмотрим. Это будет четвертый, если сейчас пятый пойдет, будет хорошо. Еще попробуем. Все, 4 есть. Давайте зайдем в холодильничек. И попробуем сюда положить наше мясо. Все, 4 штуки есть, правильно? Больше вроде бы не должно быть или есть. Ну, 5-я штука пошла. Все, теперь берем сковородочку. И давайте попробуем. Взять сковородку, поставить на огонь. Да. Просто попробовать пожарить стейк, да? Только давай, наверное, мы сейчас тебя уберем. Нам кастрюлька уже тут не нужна. Попробуем сделать стейк. Как положено, с луком шалот. Так, у нас как раз, по-моему, там минут 15 есть свободное времени проверить. Все, шикарно. Давай смотреть. Давай смотреть. Пробовать, если на медленном огне это все делать, будет ли что-то меняться, либо нет. Но будут ли волны другие...
Так, давай на медленном огне попробуем. Так, давай поперщить, посолить. Чего не хватает? Сольки, перпи. Сейчас? Перец. Превосходно, хорошо, отлично. Если мы сейчас будем готовить на самой-самой медленной. Поменяется ли от этого что-то или нет? Блин, хоть бы подсказку какую-то дали бы. Так, давай переворачиваем. Ну сейчас, если мы заберем, и там все равно будет одна волна, то я без понятия. То я, как говорится, без понятия, но это мои полномочия, все. Или просто нужно переворачивать пару раз. Так, игра, дай подсказку. Давай еще раз попробуем перевернуть. Так, хорошо. Ага, первая. Первая. Все равно первая. Блин. Ладно, давайте разбираться. Мясо есть. Так, в мусорку. Сам такой. Может, просто не вытаскивать со сковородки нужно? Давайте проверять. Заходить в минуса, так заходить, правильно? Я не знаю, сколько уже серия длится. Наверное, около часа, да? Так, ребята, а ну решайте, вам какие серии более нравятся? Вот такие вот по часу, либо минут по 20. Просто по 20 минут тут записывать реально нету смысла. Здесь кухней нужно жить. Так, давайте пойдем нарежем к нам лучка. Начать. Так, забрать, хорошо. Пошлите смотреть. Так, давайте, наверное, сейчас попробуем сделать, как начать. Мощность побольше. Давай, лучок. Солька, перка. Соль, перец. Черный перец. А еще черный перец. А сейчас... Превосходно, все. Давайте сейчас мы попробуем дойти до второго уровня, сделать поменьше. Ну, вы поняли, да? Поменьше получается плиту нашу. Так. Посмотреть, что из этого получится. Так, давай быстрее, а тут медленнее. Опа. Тут нажимаем выходить и смотрим. Так, готово. Что-то показывается вон. Первая степень, вторая и третья, да? А что, ну, стейк с луком выйти нет. Так. Почему? Что не так? Что? Все равно единичка. Все равно единичка получается. Гребаная. Ладно, давай. Сейчас недоступно. У нас рабочая смена начинается. Падал, еще я вам наготовлю. Так. Ладно, идемте открываться. Шлите открываться.
Давай, наверное, сюда стейк поставим. Ну, дай сюда. Алло. Все. Идем открываться. Честно, без понятия, что с этим стейком делать. Нужно будет его убрать из меню просто и все. А если не разберусь. Так, смена началась. Хорошо. Давай. Давай, давай, давай. Так, два человека. Хорошо. Что же у нас закажут? Так, давайте включать. Давайте смотреть, что они хотят. Ну. Аори. Стейк с двумя штуками и рыбка. Стейк с двумя этими штуками и рыбка. Хорошо. Рыбка. Да, нет, нам это не нужно. Нам нужен лучок. И нам нужен стейк. Выйти. Так, теперь берем кастрюльку. Не знаю, попробуем не доставать стейк со сковородки, как вариант. Ну, поняли, да, когда приготовится, попробуем его не доставать. Не знаю, может так получится сделать, я не знаю. Что еще хотел взять? Я хотел взять еще лучок, да, и хочу взять еще картосику. Картося, картося, картося. Так, ага, измельченный лук у нас есть, тогда картошку. Начать. Что еще? И все. Так, выйти. Забрать, выйти, хорошо. Посолить, поперчить, начать готовить. Солька нам нужна. Это я помню, это я помню. Тут нам нужна солечка. Перфекто. Просто перфекто. Так, давай ты закипай, наверное, так. Давай сюда. Картоха пошла. Давай мне сковородку. Раз. Давай мне сковородку. Два. Фри почти готово. Сейчас мы поставим. Пусть стоит. Чупоник. Отлично. Все, стой. Давай мы тебя тоже по-быстрому сейчас доготовим. Сделаем рыбку и попробуем что-то сделать со стейками. Не знаю, что со стейком делать. Честно. Почему оно не работает, как говорится, со стейками, без понятия. Уйти. Отлично. Так, теперь мне нужно вот это взять. Раз, два. Начать. Начать. Так, рыбку давай сюда. Все, хорошо. Начать. Здесь нам вроде ничего не надо, да. Здесь нам ничего не надо. Здесь нам нужна перка. Все, сюда теперь мы бросаем сливочное масло. Ставим на этот огонь. И смотрим. Давай по поводу стейка. Так, ты готовься. Стейк, я сказал. Начать.
Так, лучок есть. Давай сразу специи добавим. Смотрим. Черный перец, хорошо. Превосходно, отлично. Так, перевернули. Выйти. Что тут у нас с рыбкой? Рыбка еще готовится, хорошо. Так, перевернем. Готовься дальше. Так, ну стейк готов. Все, смотри. Готово. Взять сковородку, кухонная плита, кухонная плита. Все равно одна штука. Блин, а бесишь меня. Реально бесишь. Надо будет посмотреть. Реально, надо будет сейчас глянуть, посмотреть по поводу стейка. Что не так? Что я делаю не так? Так, все, хорошо. Пошли отдавать. Пошли отдавать, пошли отдавать. Так, давай сюда, давай сюда начать. Просто нужно будет изучать новые блюда и убирать стейк. Ну, либо я, если разберусь, посмотрю, что да как, то потом... Этот, как его, может, и оставим. Все, шикарно. Так, плюс 50 к опыту, хорошо. Подать блюдо. И... That's not the way they asked for it to be cooked on the order. Все, все отдали. Да, все отдали. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Иди мне посмотреть, получается. Название, цена, тип. Нет, не то. Ага, еще 3 человека пришло. Понятненько, понятненько. Вы сейчас тоже, да, начнете ко мне какую-то тут штуку заказывать непонятную. А у меня даже сковородка не помытая. Все, начинается запара, ребят. Так, забираем. Угу. Понятненько, сковородки нам уже не нужны. Так, давай, ставь. Хорошо. Давай сюда. Нам нужно будет 2 сотенечка сейчас. Дай мне раз. И 2. Так, выйти. Сейчас, по-моему, кастрюльку уберем и поставим. Так, ну один у нас есть уже, это уже хорошо. Теперь нам нужна сковородка. Давай сюда. Ставь. Берем с вами. Давай сюда мясо. Берем картошку фри. Подпаливаем. Ага, она у нас подпаленная. Хорошо. Так, не туда. Вот сюда. Так, лучок, лучок. Нужно взять еще у тебя и помидорку. И нужно взять вот тебя, и тебя, и тебя. Шикарно. Блин, мне все-таки один сотейник понадобится. Не больше.
Так, начать. Хорошо. Давай, помешали. Идемте нарезать. Во, лук-шалот. Есть один, хорошо. Один, значит, можем вернуть с вами в холодильничек. Так, забрать. Давай, наверное, еще помидорку. И вот сюда начать. И картоху. Давай, понеслась. Так, забрать, забрать, забрать. Все, мешать нужно. Мешать нужно. Помешали. Выйти. Берем картоху. Закинули. Идемте дальше. Так, давай подпалим сковородку. Идем к соусу. Делаем мощнее. Перемешиваем. И нам главное сейчас не пропустить картоху. Чтобы она не сгорела у нас. Шикарным. Так, мешаем. Бум. Так, дай-ка мне сюда. Я тебя забираю, тебя поставлю. Выйти. Давай стейк, давай стейк. Я не знаю, что со стейком делать, честно. Говорится, я без понятия, что со стейкой делать. Типа, почему у меня не получается такое, как я хочу. Я требую подсказку. Стоп, специи. Превосходно. Выйти. Выйти. Готово. Все равно на первом уровне, да? Все равно на первом уровне. А вот и второй, да, пошел? Третий уровень. Ага, значит, надо просто было его оставить, постоять. Правильно я понимаю? Ребят, мы почти, по-моему, разобрались, да? Почти, по-моему, даже разобрались. Хорошо. Сейчас нужно будет потом повторить как-то. Свободное от работы время. Так, у нас все готово. По-моему, да. Только нужно кое-что еще сделать. Сейчас нужно сделать, нарезать тут. Давай, понеслась. Короче, я понял. Нужно будет, по-моему, не сразу забирать стейк. А нужно будет еще подождать. Так. Давай мне сюда. Так, сюда, сюда. Разместите сюда. Только интересно... Можно ли, не выходя из этого режима, смотреть по поводу первой, второй, третьей? Ладно, разберемся потом. Идемте. Идемте, идемте, идемте. Идемте разбираться. Сейчас они будут, конечно, недовольны, но ничего страшного. Нужно будет просто уловить тот момент, когда надо будет забирать, подать блюдо. Шеф, no one likes getting a cold meal. Чё? Чё сказал? Я шеф или где? Так, готово. Давай подать блюдо, подать блюдо. И давай еще одну. Жалко, что нельзя все сразу отдавать. Ну, то есть, если тебе надо, к примеру, там два мяса, чтобы ты два мяса сразу и
отдавал все. Готово. Плюс 102 к опыту. Монеты получены. Хорошо. Лояльность клиентов. 95-93. А почему нет? Что не так? Что не так, что тебе не понравилось? Далее. Я постоянно сюда хожу и нисколько не приелось. Одно удовольствие. 95. Ага, ресторан открылся недавно, он уже украл мое сердечко. Прикольненько. А ты хотела с одной вермишелькой, да? Стейк лукашлука. А можно посмотреть подробнее? Прекрасно, не советую заказываю. Сама такая. Качественные ингредиенты. Хорошо. Почему получается... Ладно, выйти. Мы сможем сейчас готовить или нет? Интересно. Дай мне стейк. Так, выйти. Лук-шалот. Начать резать, готовить. Сейчас давайте посмотрим. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Возьмем сковородочку. Помоем ее. Попробуем еще раз приготовить. Просто в тот момент, когда это должно было быть, типа, второй уровень, оно начало на третий перескакивать. Почему так, я без понятия. Так, ой. Так, давай. Давай, давай, лучок. Хорошо. Соль, куперку. Чего не хватает? Соль, перец, хорошо. Соль, перец, хорошо. Серьезно, еще? Превосходно, все, отлично. Давай, переворачиваем. То есть сделаем меньше мощность и смотрим. Так, давай быстрей. Все, ага, вот оно готовится, первая степень. Короче, я понял, все. Теперь понятно, теперь все понятненько. Первая степень, вторая степень, да? Мощность, вот смотрим и делаем. Ага. Ну все. Все. То главное было подождаться. К примеру, только бумс. И все, и вторая степень, да. Шикарно. Ребят, мы с вами умнички. Да, я нас поздравляю, мы справились. Теперь мы не будем убирать, значит, мясо у нас из меню. Так, давай смотреть, что нам для этого нужно. У нас с вами всего лишь 18 монеточек. А где наши бабки? Где наши бабусики? Почему у нас 18 монеточек? Так, давайте к следующий день начнем и посмотрим. Да-да-да. Пропустить, пропустить, пропустить. Я хочу посмотреть... Where is my money, Лебовский? Почему мы не зарабатываем? Все равно 18. Все равно 18. Ну, то есть вы видите. Были монетки, было все хорошо, но все равно 18. Короче, у меня либо подозрение, все то, что мы заготовили, оно списывается потом с нас как-то или нет? То есть мы в минус. Минус сухой баллад, но учетная веб-запись 18. Внимание, для вечерней смены не хватает ингредиентов. Ага, ага, ага. Хорошо, хорошо, хорошо. 6, 5. Да ты шо? See you later. Так, слышь, Сиулеро, почему мы не зарабатываем бабосики, а в минус уходим? Что не так? Что не так? Что случилось? Давайте смотреть. Давайте в компьютер.
Так, 20 из 20, 18 из 20, понял. Со стыком мы с луком разберемся. Мы со скид так разберемся. Шеф, доступные просьбы. Пока месть нам не надо. Команда, уровень, как тебя? Буду в полдень, хорошо. Почему так мало денег? Так, клиенты. Окей. Ну, теперь мы знаем, как делать, чтобы им было все хорошо и все нравилось. Так что, я думаю, придется теперь делать все из-под ножа, ребят. Без вот этих всех заготовок. Подождут. Лучше, как говорится, лучше 20 минут подождать и скушать вкусное, чем то спешите кушать сырое, правильно? Так что ладно, все, пошел я на кухню. Попробую немножечко поиграть без записи, позарабатывать денежек, закупить нам эти, как его, оборудование. При вас я буду закупать оборудование, да. И нужно будет посмотреть, что тут сможем подкрывать, расширить меню. Подобавлять новое блюдо. Так что все. Всем, как говорится, мур-мур. Я продолжаю работать. А вам пока-пока и до потом.